Вы смотрите новости, мы продолжаем. Инвестиционные проекты на 17,5 миллиардов долларов реализует Казахстан совместно с государством Катар. Планируется строительство газоперерабатывающих заводов на сумму свыше 5 миллиардов долларов. Это позволит насытить наш рынок и увеличить экспорт газа. Кроме того, Казахстан станет партнером по поставкам халяльной и органической продукции на рынок Катара. Сейчас налаживается сотрудничество с иностранными компаниями по запуску проекта в сфере АПК. Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Улжаса Бектенова в Катар.